Одинцовские депутаты-единороссы осмотрели состояние дорог и тротуаров на перекрестке возле парковки и въезда на территорию Барвихинской школы. Инспекция прошла в рамках реализации проекта «Безопасные дороги» и контроля исполнения народной программы партии. Проверка была организована по просьбе жителей деревень Рождественно и Шульгино, которые ранее обратились с просьбой рассмотреть вопрос установки столбиков для ограждения тротуаров. Это нужно для того, чтобы прекратить парковку автотранспорта, которая затрудняет проход пешеходам и создает опасность для передвижения детей. Варианты решения данного вопроса партийцы взяли в проработку.